понедельник утром президент Бразилии Жаир Болсонару был доставлен в клинику Вилла Нова Стар в Сан-Паулу. Местные СМИ сообщали о подозрении на кишечную непроходимость. Диагноз был подтвержден медучреждением. Состояние 66-летнего политика стабильное, о необходимости хирургического вмешательства пока не сообщается. Лечащий врач главы государства подтвердил прессе, что президент связывался с ним накануне из-за боли в животе. Проблемы со здоровьем стали следствием покушения на Болсонару в ходе предвыборного митинга в 2018 году. Тогда ультраправый кандидат получил ножевое ранение в область живота и перенес в общей сложности 4 операции.